Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть Seven Days to Die, которая буквально недавно обновилась до версии 7.8 бета-26. Вот, мы видим, что у нас новые иконки, и мы где-то заночевали, в общем-то, в разрушенном городе, как вы помните. Мы забрались сюда, и так как у нас ночь прошла, выгребаем отсюда. Вот. Хорошее у нас было убежище, не особо сильно там ночью там переживал, что туда кто-нибудь заберется. Вот, несмотря на то, что, смотрите, да, вот освещение у нас есть, зомбаки все же как-то не очень-то реагировали. Вот, но тем не менее, мы их видим, что здесь их просто... Что такое? Что за фигня? Так кто-то плюется, что ли, да? А, да, вон он, гад, смотрите, стоит в другую сторону, смотрит, да, а плюется как-то... Короче говоря, задом наперед. В общем, так, валим отсюда. Хотел было я тут посмотреть на карту, куда валить перед тем, как бежать. Вот, потому как мы знаем, тут и собаки есть, и плюющиеся, и пауки, и кого-то здесь только нет. Вот, было бы печально, да, вот сейчас вот, пережив ночь, сдохнуть где-нибудь вот здесь вот на улицах этого города. Вот, поэтому я как-то... Вот так вот... Свалю... Да, вот здесь вот тихонько посидим мы с вами, посмотрим карту. Так, хорошо. Вот здесь вот у нас есть спаун. Там я поставил спальничек. Вот. И я хотел пробежаться вот так вот, по направлению к вот этому вот озеру. Вдоль него мы с вами пробежим. Вот это вот посмотрим, да? Здесь мы были. Вот. Также вот здесь вот так пробежим. И, возможно, наверное, вот сюда. Вот здесь уже более-менее такая вот жилая зона. И хотелось бы сбегать мне вот к этому озеру. Здесь вот, я надеюсь, что вот эти вот дома, которые там у озера, они не слишком сильно разрушены. Кстати, у нас теперь вот есть болезни, да? Вот, но я что-то не вижу. Тут у нас какие-то есть. Вроде бы как нет никаких таких характеристик, по которым я могу определить, что заражен я или нет. Вот, но антибиотики мы видим, что есть. Мы можем лечиться. Может, давайте сожрем их, да, или оставим. Вот, зато я алоэ крема наделал среди ночи. Делать-то нечего было. Вот, которая по чуть-чуть, да, восстанавливает здоровье. Ну и вы видите, что немножко так, буквально чуть-чуть прогреб, так скажем, место. Вот, рассортировал. В одном ряду ячеек у нас еда, во втором там вода и так далее. По крайней мере, хоть не придется теперь каждый раз нам с вами рыться в рюкзаке и решать, что же там выбросить. Вот, пока что у нас вроде бы как все есть. Вот, еды немножко было бы, конечно же, недурственно где-то еще найти, так как еда расходуется довольно-таки интенсивно. Вот, но всегда мы можем кролика, да, какого-нибудь завалить. Кстати, вот насчет патрончиков. Да, и мы, помните, нашли вот такую вот штуку. Я, правда, еще не понял, как ею пользоваться. Вот. Один рецепт unlocked. То есть открыт еще один рецепт. Отлично. Вот, все оказалось довольно-таки просто. Несмотря на то, что здесь зомбаки, мы с вами так почитали немножко, да. Посидели так. Я представляю, сидит так наш герой, уселся на стуле, так с тоской смотрит, позевывает так на этих зомбаков. Как вы уже надоели, да? Почитаю-ка я журнальчик. Вот, прочли мы журнальчик, теперь можем делать... Что мы можем делать, собственно говоря? Давайте мы куда-нибудь выберемся. Вот, кстати, прибежали мы к этому лагерю. Я бы где-нибудь нашел так местечко какое-нибудь такое вот... Потише, поспокойнее, да, почитал бы, да? Вернее, посмотрел бы, что же мы там с вами, собственно говоря, изучили. Вот, насколько я понял, это у нас патрончики. Мы сможем теперь патроны делать. Чё-то как-то их тут уж очень много, зомбаков этих. Кстати, чтобы каждый раз не делать sleeping bag, лучше его взять. Вот, еда, хорошо. Вот, также вы видите, что теперь у нас дым появился при выстреле.
довольно-таки занятно выглядит. Вот, в общем, игра хорошеет. Это, конечно, здорово. Ух ты, 44 Magnum Bullet. Это как раз то, что я, в общем-то, изучил, да? Вот, только-только. Вот, ну и опять у нас полон тут. Полон совершенно нечего, некуда брать. Так, но я хотел, в общем-то, я вот эту вот еду брал для того, чтобы ее скушать. И у нас с вами местечко тогда вот появится. Пускай немного, но все же появится, да? Вот, и что? Вот это вот переделать. Нам нужно вот такие вот камни. Будем постепенно их собирать. Как мы с вами знаем, довольно-таки полезная эта штука. Какие-нибудь двери закладывать или окна. Так, хорошо. Ну-ка, дядька, вот этот, да? Давайте мы возьмем эти патроны. Я не знаю пока что, где они нам могут понадобиться, эти самые патроны. Но, наверное, понадобятся, раз они уже есть. Вот, и видим, что ползут опять. Ух ты! Вот это вот, кстати, хорошая еда, которая восполняет. И воду, насколько я знаю, да, и голод. И жажду, и голод. Давайте мы сожрем. Вот, да, действительно, круто. Свеженького так, горяченького, да? Прям зомби приготовили только что. Не желаете ли отведать горяченького? Конечно, как же. Как же не желать-то? Так, ну что же, давайте мы валим отсюда. И, кстати, насчет того, что я говорил, что посмотреть, да, вот так вот присядем. Вот, и посмотрим на рецепты. 44-миллиметровые. Мы с вами рецепты должны были бы где-то изучить, но что-то я не вижу. Вот, все есть. Кроме вот этого 44 Magnum Bullet. Странно. Даже несмотря на то, что у нас нет вроде бы как ингредиентов для постройки, да? Вот, как-то я ожидал его увидеть. Да ладно, пистолета-то все равно у нас нет. Этого самого магнума. Так, хорошо. Кстати, отражения появились. Вот я раньше вроде бы, ну как-то не замечал, да, что отражения в воде есть. Возможно, они были и раньше. Кстати, это что у нас? Отлично. Сейфик. Давай, ломай. Берем патрончики. Вот. Шотган, который нам, собственно говоря, пока что не очень-то и нужен. Вот, я бы сейчас не отказался от вот такой вот. Ну вот это вот. Что это у нас такое? Вообще. СМЖ. Вот от такого, чтобы его немножко поремонтировать. Но у нас с вами есть Repair Kit. Вы помните, да, мы нашли в сгоревшем городе вот этот самый Repair Kit, который позволяет вроде бы как сделать каким-то образом, да, исправить любое оружие. Вот. Тоже попробуем это мы с вами сделать. Еще немножко пускай подгуляет наш этот СМЖ. Вот, и тогда уж попробуем, чтобы понапрасну сейчас его не тратить. Еще же он только наполовину сломан. Или как там правильно сказать? Или наполовину цел, да? Зависит от жизненной позиции. Так, ладно, идем дальше. Пробегаем мимо этих зомбаков, собираем камешки. Посматриваем, может быть, где-то здесь еще какой-нибудь сейфик завалялся. Кстати, вот я смотрел рецепты Вики. Для того, чтобы сделать арбалетную стрелу, нужна палка, перо и металлолом. И, возможно, после вот этого вот обновления что-то изменили, потому что, к сожалению, не крафтится у нас стрела. Вот, с тех пор, наверное, как этот рецепт был добавлен
Ух ты, вы только смотрите, venison и слабо порк. Свинина и оленина. Вот, и, в общем-то, да. Здорово, кстати, вот появились вот такие вот штуки. Нам, в общем-то, не нужно тогда бегать, охотиться на оленей. Достаточно открыть холодильник. Вот эту вот сумку-холодильник. И, несмотря на то, что уже прошло несколько десятков лет, да, после атомной войны. А может, я не прав, может, наоборот, недавно только все это было. Иначе вот эти вот зомбаки, скорее всего, несколько десятков лет бы не выдержали. Уже давно истлели. Вот, значит, прошло, пускай там, ну сколько, да, месяц-два. Тогда согласен. Согласен, что они остались. Вот эти вот кусочки мяса, то есть, еще не испортились. Да, ах ты гад, на тебе, сволочь, да? Втихаря, так вот, втихаря подбегает. Вот, конечно же, нужно не забывать посматривать. Кусаются они, будь здоров тут, как вы видите, да? Посматривать на мини-карту, ну, довольно-таки, согласитесь, довольно-таки проблематично. Где? Да кто? А, сейчас сожрут. Вот гадость. Вот так и знал, что меня сожрут сейчас. Нужно было все-таки принять. Конечно, нам my bedroll, естественно. Вот здесь вот у нас палка лежит. Я специально ее оставил, чтобы, если что, была возможность пробиться к моему рюкзаку. Так, смотрим, где у нас тут. Опять пес. Как я вас ненавижу, псы. Так, ну, по крайней мере, у нас день. Вот, я уверен, что мы доберемся довольно-таки быстро. Уже не будем тогда отвлекаться на все про все. Главное, чтобы рюкзачок остался цел. Вот, чтобы нам ничего, у нас ничего не изменили. Мало ли, вдруг рюкзаки теперь исчезают со смертью главного героя. Это будет печально. Крайне при этом печально. Вот, ну нет, вроде бы как рюкзачок имеется. Хорошо. Вот, тогда пробежимся вот по этой стороне. Во-первых, опять насчет того, что, может быть, где-нибудь сейфик завалялся. Вот я только сейфы и буду смотреть. Хотя, может быть, водички было бы недурственно, да, вот оставлять на месте своего предыдущего, на месте своей предыдущей ночевки, конечно же, кроме того, что палку, вот хоть какое-то оружие, но, наверное, все-таки нужно еще и воду оставлять, чтобы можно было пить, чтобы добежать до рюкзака, до своего. Вот, и так, я же говорил, что я не буду собирать. Вот, вода, если будет, то будем воду брать. Да, и, в общем-то, я буду мстить. Я буду псов теперь, короче говоря, избивать постоянно. Что-то я как-то далеко забежал. При первой же возможности этих подлых созданий, короче говоря, я буду их уничтожать. Так, вот еще один какой-то у нас сейфик тут завалялся. Сейфик не сейфик, шкаф для одежды, да, получается. Так, ну и вот он рядом. Рядом, рядом, я сказал, да. Вот, но, к сожалению, на псов это, на вот этих вот, не подействует. Да это уже не псы, откровенно говоря. Настоящие-то псы не настолько суровы. Все-таки мозги у них есть, у этих нет, походу. Так, это что такое? Это мне не нравится. Что-то как-то возникло ни с того ни с сего. Вот, вы видели, да, что я клавишу А нажимал, то есть вперед. Вот эта вот штука возникла. Ну, как возникла, так и исчезла.
Кукурузный початок. Рюкзачок мой. Взять все, взять все. Yes. Так, отлично. Вот, отлично. Да где пес, которого я хотел? Вот палочкой отходить хорошенько так. За все про все. Так, возможно, вот этот и нужно было бы оставить. Фонарик. Как-то он так бьет, не находите, как-то странно, да? Но, тем не менее, тихонько так. Вот, мы справились. Не со всеми, конечно. Хотелось бы все-таки всех тут завалить. Злость свою выместить. За невинно убиенные, да? Так, это что у нас? Порох не хочу. Что у нас? Ножик тоже не беру. Вот это вот беру. Тут же его где-то выкладываю пока что. Вот, а лучше, наверное, пока обождать и где-нибудь в другом месте выложить. Что-то как-то тут заспавнится. Вот, согласитесь, как-то не очень интересно среди ночи. Вот, поэтому где-нибудь мы набредем с вами на более-менее приличное местечко и там его положим. Опять где-то кто-то заспавнился, да? Радиатор. Вот, ну все, вроде бы как здесь все осмотрели, бежим отсюда. С этого проклятого места, откровенно говоря. Вот, и не менее, еще, наверное, более проклятое, да? Вот здесь, смотрите, тут вообще как-то мрачно все. Хотя вот трава начинает здесь прорастать. Так, тихоримся и смотрим на карту, что у нас. Ну, во-первых, так, нам нужно как-то вот так вот двигаться, да, правильно. Направление верно у нас взято, да, я также хотел посмотреть. Вот, пока что, наверное, поработаем палочкой, а потом уже будем вот... А, кстати, где у нас? Вот она, да, СМГ это. Вот как интересно, как ее... Repair amount 40, да? Вот как ее вот так вот? Нет. Взять в руку, да, как-то. Ладно, мы давайте скрафтим пока что камня. Пока будем бежать. Вот. И где-то здесь могут быть уже кустики. Кустики с черникой, которые тоже, в общем-то, не слабо, конечно же, восстанавливать здоровье, но тем не менее. Вот. Приятно всегда покушать что-нибудь такое вот, ягодку какую-нибудь, да? Вместо консервов. То собачьих, то еще каких-нибудь. То котячих. Так, что мы туда? Да, все верно, мы с вами двигаемся. Вот, ну и мы с вами, получается, что уже 3/4 карты мы прошли вот каким-то вот таким вот, не без труда, откровенно говоря. Вот, конечно же, не без труда, потому как сложность игры все-таки мы повысили значительно, я считаю, да. И с тем, что и зомбаки теперь вот довольно-таки нехило так бьются. Вот, и спаунятся они довольно-таки много. Кстати, вот этот домик мне нравится. Вот, я хочу в этот домик зайти и в этом домике немножко пошастать. А для того, чтобы мы могли с вами в нем хорошенько пошастать, вот, я хочу... Где-то тут у нас дверь была, да? Так, Torch Plant, Sharpen Iron. Где-то тут была Iron... Scrap Iron Door. Вот. Вот так вот, да? Да, хорошо. Крафтим, ставим. Как-то это что... А, вот оно. Вот, все в порядке, короче говоря. Вот. Ну и теперь более-менее... Дом, кстати, обгоревший, вы видите, да? Вот какие-то такие вот стены.
Естественно, долго он тут не выдержит осады. Да и, собственно говоря, здесь я не хочу быть осаживаемым, так скажем, да, чтобы на нас тут нападали, выдерживать осаду. Просто посмотрю, что тут у нас есть. Да нет тут нифига. Вот банки, склянки. Давайте берем, потому как я предыдущие банки все буквально истратил на алоэ. Вот, которая так, ну, помогает, откровенно говоря. Не все же нам таблетки жрать с вами. И вот тут у нас еще бы одна дверь не... А, ну какая тут дверь, да? Что вы говорите? Какую тут дверь могут... Какая здесь может быть дверь, если здесь полстены нет? Вот, конечно же, можно было бы и тут дверь не ставить. Вот, зато шляпа есть. Давайте хоть шляпу оденем. Настоящий ковбой у нас будет. Герой. Тихонечко так вот попытаемся пробраться. Пока нас никто здесь не видит, по идее. И не слышит. Вот, еда. Давайте, наверное, я возьму, сразу же сожру. Сходим на второй этаж, посмотрим. По крайней мере, внутри никого нет, и это уже радует, откровенно говоря. Вот, еще один Magnum Bullet. Вот, я так подозреваю, что вот этот вот рецепт, который мы с вами изучили, прочтя журнальчик, на 44-миллиметровые патроны для Магнума. Вот ты, Can of Pens, интересно. А, так, что тут? Я же пытался сожрать, я что, не сожрал? Берем. Я так думаю, что это нас добавилось возможности вообще их находить, да, а не просто делать. Вот, потому что в рецептах их нет, к сожалению. Кстати. А, так, я делал. И где они? Камни те, которые я делал. Что-то их как-то не наблюдать. Здесь нет, там нет. Вот, так. Кофейные зерна я бы, конечно же, взял. Если бы была возможность хоть какая-то, хоть небольшая, эти самые зерна сделать себе кофе. Вот это было бы здорово, красная шапочка. Так, press yet to pick up. А, кстати, насчет того, да, вот. Ну, хотя бы, знаете, давайте вот хотя бы вот здесь вот поставим его. Вот, я понимаю, что место тоже такое себе, откровенно говоря, никакое. Вот, но все же лучше, чем... Лучше в этом месте, чем где-нибудь посреди пустоши. Так, и этого... Эту муху нужно как-то завалить, я чувствую. Да не одна она здесь. Фу. Да ладно. Целое стадо мух. И они как-то, смотрите, как-то они... Ну, народ, конечно же, набежал, естественно. Да, понятно. Вот, а наверх мы с вами не заходили, да? Вот туда, вот на самый-самый верх. Но, пожалуй, уже не зайдем, как-то неохота мне туда. Я тут сагрил всех, кого мог сагрить. Домик, конечно же, занятный. Я вижу, что на чердаке тоже что-то есть. Я уверен, что мы с вами найдем еще не один занятный домик, в котором обязательно побываем. Так, ну а вот сначала я что хотел сделать, посмотреть, свериться еще раз с картой. Так, нам нужно сейчас, я говорил, что мы будем с вами пробегать вот сюда вот. Вот, и приблизительно вот такое вот направление. Дальше вот этот вот селение, посмотрим, да, если можно это назвать так вот, селением на берегу озера, у слияния двух рек.
Вот. И вот здесь вот тоже хотелось бы, даже не знаю, как бы тут вот так вот логистически так сделать, вот так вот, что ли, да, вот так, чтобы пробежать. Вот. Скорее всего, вот здесь вот мы с вами не будем смотреть, потому как неоднократно там уже бывали. Там особо такого ничего интересного нет. Ну как, здания есть, лут есть. Вот, но чтобы что-то такое вот эдакое, то, чего мы с вами еще никогда не видели, то там, конечно, мы уже все наблюдали. Вот, зато мне как нравится в лесу находиться, это просто здорово. Вот, если бы еще здесь зомбаков было поменьше, было бы вообще красота. Домик какой-нибудь лесной такой вот сделать из дерева. Кстати, насчет дерева. Насчет дерева. Куда-нибудь я вот так вот сейчас отбегу подальше от зомбаков. Вот, пока нас здесь никто не видит. И посмотрю. Извините. Посмотрю, что я могу сделать. Так, у нас есть вот это, у нас есть рог. Да, давайте мы сделаем. Скрафтим камня чуть-чуть. Буквально, да. И что-то тут такое вот нужно выбрать. Ну, во-первых, вот это вот я сейчас сожру. Вот это мы с вами сразу же переделаем в камень. Вот, где-то тут у нас cobblestone есть, да? Потихоньку будем вот, вот у нас уже есть. Хорошо, это выбросим. Это нам не нужно точно. Это выбрасывалось, это уже. Вот, еще жратва сюда пойдет у нас. Дальше, что нам нужно? Так, я хотел наковырять буквально чуть-чуть. Вот, самую малость дерева. Вот, хорошо. Я уж было увидел, вроде бы как дальше уходит вот этот вот... ну, короче говоря, часть дерева уходит в землю. Я уж подумал, что придется нам с вами как-то рубить его. То есть корни появились в игре. Но мы видим, что корней нет. То есть как раньше, вот так и сейчас, да, без проблем. Мы можем подкопать, и дерево рухнуло. Незачем рубить долго и нудно. Вот, хорошо. По крайней мере, костер теперь у нас должен быть. Вот, здорово, здорово, я считаю. И давайте посмотрим, мы сейчас с вами выходим на дорогу. Вот, пробежим вот так вот. И пробежим, вот это уже проигнорируем, да? Пробежим вот так, скорее всего. Вот, по дороге. И вот сюда вот забежим, вот здесь вот и все исследуем. Там где-то переночуем. Вот, и таким вот образом вот дальше пройдем. Поэтому выбираемся на проспект. Вот здесь, естественно, зомбаки у нас нарисовались уже на дороге. И вот, кстати, автомобильчик осмотрим обязательно. Насчет металлолома, который довольно-таки быстро расходуется. Вот, и пистолетик. И это у нас что еще? 44 Magnum Rounds, да? Ну, то же самое. Вот, то же самое, что у нас с вами уже было. Так, а пистолет? Пистолет. Погодите, пистолета нет? Как такое может быть? Тогда берем пистолет. Странно. Довольно-таки, да? Вот, но тем не менее, я не вижу пистолета здесь. То есть, ладно, где-то я его посеял, скорее всего. Так, ладно, не буду я брать пустых. Скорее всего, этот самый пистолет. Так, мы будем возвращаться, да, кажется, вот этой вот дорогой. Да. Поэтому мы осмотрим то скопление, что я бросил. Скопление автомобилей в следующей части. Когда исследуем вот это вот селенице, так скажем, небольшое. Кстати, палку берем.
В общем, я на этом буду с вами прощаться. В следующей части мы осмотрим вот это вот, пробежимся к озеру, ну и будем возвращаться вот этой дорогой вон туда пробежим. Ну, мы с вами уже наметили план действий. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.